10 декабря состоялся ночной забег «Огни Дербента». В нем приняли участие более 600 участников. Информагентство Минтуризма региона сообщает, что старт и финиш всех дистанций проходил на территории крепости Нарын-Кала. Открыл мероприятие министр по туризму Республики Дагестан Имин Мирданов. Он пожелал удачи участникам и отметил, что забег теперь станет ежегодным. Присоединиться к словам благодарности в адрес мэрии города. Еще раз вам удачи, мы будем вас рады видеть снова. Спасибо. Основная задача участников – это пробежаться по живописному маршруту, путь которого проходил по старинным улицам и прогулочной зоне города. Отметим, что дистанции было несколько для бегунов любого уровня – 21, 10 и 3 километра. А также любой желающий имел возможность пробежать короткую дистанцию по ночному городу 900 метров. Победителями дистанции в 3 километра стали уроженки города Каспийска. Ольга Смирнова, которая пробежала дистанцию за 15 минут 33 секунды. И Кристина Сакович за 17 минут 4 секунды. Стоит подчеркнуть, что трасса пробега включала в себя лестницы, утоптанный грунт, асфальтовое покрытие и брусчатку древних улиц. Победители и призеры были награждены дипломами, медалями, а также ценными призами. Для того, чтобы стать участником забега в следующем году, нужно заранее зарегистрироваться на сайте.